Пожаров в Ивановской области в этом году меньше, но от огня погибло большее количество людей. Жертвами стали 100 человек. Эта цифра на треть больше, чем в прошлом году. Основные причины пожаров – нарушение правил эксплуатации электрооборудования печей. 70% сгоревших зданий относятся к жилому сектору. В основном в огне гибли люди, которые курили. 45% погибших находились на момент смерти в состоянии алкогольного опьянения. 70% всех погибших людей на пожарах – это в основном люди у нас, злоупотребляющие спиртными напитками, которые погибли вследствие неосторожного обращения с огнем, то есть при курении в постели, заснули сигареты, и человек погибает. Вот, с этой целью отдел надзорной деятельности совместно с администрацией города Иваново, а также с отделом полиции по городу Иваново проводятся рейды по профилактике возникновения пожаров, проверки граждан группы риска, проведением инструктажей.